Здесь. Ну давай, едь к нам. Что-то разрали вроде. Сейчас бой будет посложнее. Там, короче, Малинраж. Да. Я тебе поставлю три метки, в которые можно забегать. На себя тыкну. На чувака. Не, чувака трэш будет. На себя и Рида, короче. Холи шит, я не знаю там. Я суицидник. Давно. На бомбах будем сбегаться. В них. Нет, ну те, кто, блядь, знает, нахуй, те, кто не сдохнут на бомбах, типа, то можете сами, нахуй. Я ну, на себя метку поставлю, нахуй. Типа, можете прямо в меня остановиться. Это давайте пока тупой. Побежали, чтобы это... Чтоб не сейчас свой доедешь, давай. Короче, если мне бомба, я в метку должен забежать. Там, блядь, не на тебе бомба, там бомба по всей платформе будет появляться. И тебе нужно искать, нахуй, место, блядь, чтобы не сдохнуть. Чтоб типа ты этой бомбы не коснулся. Я не тут, вы охуели, дайте сумму. А зачем? Ну, может там умирать будем? Серьезно? Ну ладно, пробегите. Короче, серый, ты понял. Прямо вот там, где около дерева, этого большого дуба внизу. СС, что ли, надо сейчас набег? Ты можешь диван на сюда, может в инвиз уйдем. Давай, 3, 2, 1, я могу встать. А инвиз, кстати, Серега, не работает. Я пробовал. Компот не спадает. Я на озере попробовал. Ты выживешь долго? А, ну да. Ох ты, я быстро сдох ее. Оп, давай, я живу, я могу. Ясно, заебись, вы пробежали. Я могу встать. А куда бежать, я хуй знаю. Просто прямо. Прямо в угол, не знаю. Прямо вот здесь, вот здесь. Да, вот сюда. Че, добежали? Трое умерло? Так, а как? СС, что-то надо? СС на себе дай, чтобы встать, нахуй. Блять, ну агримобов. Если что, я могу встать, не бежать. Ну, я дал СС, все нормально. Все, окей. Да, СС, отлично. А, сейчас там встанешь. Рид, да. Рядом. Встанешь, дашь масрез и Рид не надо вставай. Встанешь, можно? Да. Вставай, дай масрез и ставь. Понимаешь, Феникс, я, блядь, ночью пошел, встал, нахуй проснулся, ебанулся спек, сука, с ебаным откатом реса, блядь. Нахуя я его делал? Откатывает. 15 минут. Вставайте, сосед носит. Да, с ранения с Карой Герги просто мозгоебало бы. Это настолько просто. Да, да, подождите, да. Дойдите. Подождите, сейчас будут три сложных мозга. Вы там плюсик, кстати, кого сумоет на, ребят, чтобы ну, я бы не сказал, что Джаналай сложный, блядь. Ну, типа, Малакрас, да, он там прикольный такой, веселенький, сложненький, из лужин. А Джаналай такой. Контролить будем, покаяние, овца. Короче, блять, наша задача. Открываем себе карту, блять. И мы бежим, 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 прямо там в угол, блять, умираем. Вот где там есть перегородка, вот там да, увидите большой дуб тоже, вот как вот этот вот. Там тоже около этого дуба умираем. В углу. А зачем? Какой нахуй трэш? Нахуй его бить, блядь? Ебалый рот, нахуй. Можно только а, кстати, а Настя дала этот коня. Все, давайте, РЧ на плейбаф. Тремич, бежишь, вон прямо по дороге, как это дорога очертания, только вот там, где развилка налево, блядь, на лестницу, ты ее игноришь, ты бежишь прямо, понял? Он туда прямо бежит, точнее, это для всех. Настя аура коня не ставит вагон. Даша мана этот. Все, побежали. Я скажу, когда ему нажать. Дермич вперед. Я скажу, когда ему мана. Побежали. Что, моб не сагрился? Странно. Он барабан. Давай, Эма. Сейчас смотри, мы узнаем, кто здесь был, кто здесь не был. Вот сейчас Дермич, прожимайся на следующей пачке. Прожмись. Кровь там что-нибудь. Блять, ну сказал же, прожмись. Вот сюда, блять, в крест нахуй. Инвиз, быстрее, прокурор. Ну я согрел их. Сука, че он такой? Пиздец, я. А тут, блять, не скидывает ваниш нахуй, да. Комбат, кстати. А мы же сказали тебе об этом. А инвиз, мана, этот магов нихуя. Не скидывает нихуя. Вот пидор. Меня не скидывает ваниш. Ну, хотя они, по идее, это продумано. Шлёп. Это прога просто в инвизе. Вставай, я рез. Можешь срез на голову, меня чтобы достало. И меня можешь резнуть тоже. Сейчас спулит, короче, умрет. Через меня, резь не просто. Через меня. А Серега справа бежит. А ну. А ты где-то там опять в жопе мира, не хочу. Еще не сгонять можно? Просто. А, ну ребят, которых там подальше хотел зарезать, сразу же, видишь. А, дерьмичу, вставать придется, видимо. Шкаф. Давай.
Я на починку сгоняю фастом туда. Так какой? Не надо никуда уходить, надо тебе джекса поставить сейчас. Алексеус А. У меня КД, кстати, там стоял. Вон хламобот уже стоит. Я уже суманул Вальмору. Пока тыкнут. Он жив стоит. Ой, этот хламобот стоит чинить. Рыбу хамать на приборке постоянно. Рано утром. Ебать, вся гильдия в заломане, нахуй, чекайте, блядь. Тяна? Почти, да. Сценарист еще пишет, сома на ветерки. Какие ветерки? Это целка десятки. На киллзоне, что ли? Нормально там ветерки, блядь. А он дрепак, где сейчас? Ветерки назовут Женя. Аккуратно, по лестнице прям по центру. А, так они всегда были сломаны, там пару раз выпанемся. Блядь, я лут не разбавил. Ну ладно, сейчас. Сейчас пока вот этот, по центру прямо идем, по центру лестницы, блядь. Давай, дермич, вот этих дракончиков надо согреть. Кстати, не, давайте идти. Ты какой нахуй больно, следующий, ты иди пуляй, дермич, следующий. От огня дайте что-то. Диспельте чуваву нахуй, там эта хуйня когда вешается на него. Блять, кого на диспел поставим? Вальмора, короче, твоя задача сейчас будет диспелить чуваву и при этом шилдовать еще, понял? А рид главное прошло максимально. Когда выйдет трэш пару. Там дракончиков, мы этих дракончиков бить не будем. Давайте с сапротом тогда ебанем. Пока не надо, сейчас посмотрим, если что будем с... Да, мне страшно. Ну, да, вам не надо, вам танком. Ну мне, наверное, идет. Да, главное, чтобы диспелили тебя. Настя, если что, еще поможет диспелом. А масс диспел не работает? Но. Ой-ой, в огонь. А что толку с твоего масс диспела, если там диспелить надо будет только танк, который Настя, будет держать все дракончики. Ты хочешь говорить, что я будет трэш трахать в жопу? Будет около... 20 птичек, и каждый удар их будет на мне дебаф вешать. Это не... Самое заебись при студии спалить, он 2 стака сразу здесь спалит, а не один. Поэтому, да, типа, если что там хульшит, поможешь себе дохуя стака. Типа с Вальморой там, я думаю, справиться. Ну ладно, по боссу надо жестко заезжать. 6 минут берется. Да, так я поэтому и не хочу птичек свечиться. Так, давайте по шмоту по-быстрому. А что за палочка? Это хуйня надо кому-нибудь, если надо родить. И давайте обмен звезде. Да нет, тут не по ЕП Вальмара, тут все по ролу. Десятка. Десятка, кстати. Вальмара. Ну не мне, хочется. Сейчас я кушаю. У меня ХП мало, но тут еще и трэш, блять. Короче, за тобой бегать, да, когда бомбы будут? Да, тебе именно надо во фрейм стать в меня. Я если понял, ты не станешь прям во фрейм меня, ты можешь сдохнуть, тебя может зацепить бомбочку. Ты там увидишь такие... Бомбы... Ты скажи, увидишь, тебя притянет к боссу, блядь, и этот босс начнет раскидывать такие, блядь, шарики, нахуй, оранжевые. Каждый шарик — это бомбочка, блядь. Вот смотри, вот допустим, вот воет шарик, нахуй. От него нужно хотя бы вот на такое расстояние отойти, чтобы тебе этот шарик не ёбнул, понял? Там 3 метра, по-моему, да? Они рандомно всегда кидаются, или вы просто знаете точки? Рандомно. Рандомно. Всегда рандомно. Только в куче. Это грудак, да? Угу. Серый поясочек тебе. Макс, дай мазнуться, пожалуйста, разок. Надо тебе сосед на фаера? Без своего грудака. Давай, посмотрим. Ну, он такой же, как с этой свальки падает. Без на фаера. А, у тебя тоже заряд? Ну и такое говнецо с РПГ. Ой, я пасу сейчас прям 30 сек. И там про мобов, которые подниматься будут, надо убивать одного. Не, я Макс. Метку один раз набал. Поставь ну, метку, какого моба мы будем заливать. У меня есть. У меня в банке есть. Типа, не. У меня одно хватит пока. Мы будем заливать все время моба, который будет идти с правой стороны. То бишь, который будет идти вот туда, в правую сторону. Вот он будет идти отсюда вот вообще. С лестницы, блядь, и он будет поворачивать вот сюда, вот направо-направо, и туда пойдет, короче. Он туда, он, где этот, справа, кучка. Вот этого моба всегда убивать будет. Налево, похуй.
Да. Короче, ну, РДД также рейндж держите, паком не стойте, да. Он там дышит, получается. Вам нужно стоять разъединенно, чтобы он воздыханием всех нихуя. Полукругом, да. Становитесь и все. Когда босс притягивает к себе, соответственно, вы смотрите эти бомбочки, и от бомбочек надо отойти. Там их будет очень много. Ищите пустое место, где пустая зона, где нету этой бомбочки. Вот и все. Он их в стенку закидывает, так что будьте внимательны. Остальное бьете просто босса. Дрэмишь ты в центре, просто танчишь босса. Вот прямо тут вот. РДД фласки или саппорты все-таки? Пока РДД фласки. Попробуем там, если что. Все, отчет даю. Масло обновите, да, я себе уже обновил. 4, 3, 2, 1. Разверни спиной его. А, блядь, а серый... Единственный, кто кровоток кидал, ёбаный рот. Так, вот моба надо убивать одного. Сейчас он поделится. Да, пока не надо, пока бить его. Все, по мобу сыграли? По мобу сыграли вот этими. Звездочка, аккуратно, смотрим, где бомбочки. Прячемся, где бомб нету. Вот везде пусто. Блять, аккуратно, сосед, вы фюри. По мобу играйте, по мобу играйте. Моба быстрее убейте вот этого вот. Который заходит вправо, резче, все в мобаны. Все, дальше по боссу. Все, сейчас диспелите чувака, он будет собирать дракончиков, не забывайте диспелить чувака. Нормально бьет. Не, дыхание не так много бьет, кстати. Зря саппорт пил. Мне же тебе сказал, не надо. Я что-то тамчик поставил немного ранее. Не забыл, что у нас шейдер союз. Так, сейчас будут бомбы. Сейчас будет притяжка и бомбы. Так что готовимся. И босса не забываем бить. Притягивает, но все равно бьем босса. Аккуратно. Уходим там, где бомб нет. Блять, установи бомб. Хуесть, меня задело, кстати, ну. Тут что-то рейндж увеличили, походу. Слава богу, блять. Чё потрэш? Чё потрэш? Чуваву хил? Блять, не на. Диспел. Диспел, чуваву. Бить его нет? Трэш. Пока не надо. Дайте УЕшку просто. Старфол можешь дать. Потихоньку бьем. Диспел, пока дай, да? Диспел, чуваву. И трэш бьем. Надо трэш свечиться нахуй, потому что пизда будет. По трэш сыграйте все. Чуваву диспел, диспел, диспел и прохил чуваву. Пизда трэш, ебет. Бомбочки, аккуратно, сейчас отходим от бомб. Аккуратно отходим от бомб. Вот здесь вообще заебись везде. Нету бомб. По трэшу играем дальше. Все, отлично. Все похуй, все похуй. Блять, там этот закладчик. Ладно, похуй. Вообще надо было его убить. Играйте, босс. Там Вальмора диспелит только и этот. Стаков 30. Хули шит, если что, помогаю. А помню, на мне меньше. Ебать, Вайтфури почти забивает, кстати. Вайтфури, там почти 30%, у него типа будет мини-берса. Если бомбочки отходим сейчас. Диспел чуваву прохил, диспел чуваву. Вот тут вот заебись. По трэшу сыграли. По трэшу сейчас сыграли. Подведи его к боссу поклевать. Прохил, 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 прохил. Все в трэш свищнулись, убили быстрее. Чуваку прохил. Ну не, нету диспела. Ну ребят, хулишит, ты в диспел вообще нажимаешь? Я его диспелил. Да, просто много мобов накопилось, надо сливать было, ну, слить их потом. Выходите и выйдите, выходите и выйдите быстрее. Мобов просто много накопилось, на нем лезть. Это нормально, блять, он и должен собирать всех мобов.
Блять, а почему я чинился? Сейчас бы не было. Вот сейчас пачку убивали мобов. Вот сейчас продиспелили на мне стаки. Убили эту пачку. И все, остается больше. Ну, как ты хулишит диспелил нахуй? 7 диспелов. Что это за хуйня? Настя 40 наспамил. Я же сказал, у престов диспелит по 2 стака сразу. Это не Настя должна делать, а ты хулишит. Понимаешь это или нет? Есть. Вот даже сейчас не диспелит хулишит. Ах ты ж, сука. Да, просто, ну, слить пак и все. Мы просто не долили пак. Там еще эти вдвоем вышли. Надо их сразу заливать. Вот выходит последний пак. Вот они сейчас начинают больно бить. Куста. Починитесь все сейчас. Ну мы сейчас красиво, мы первый пак убили. Я, правда, все прожимки в КД отдал. Убили первый пак, все, стаки сбросились, начал выходить второй пак, нам надо было его пережить, убить, все, остается один босс. Может даже зубы я крикну, последний кинцы будут. Дай бенс сад, я тебе дам хспот. Почем? Да, блин. Геру после 30% нужен. Ладно, спасибо. Давайте вообще на пломбах поехали. Все, 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 дали, все, дали, все. Бери, блядь, пока даю. Все, отчет даю. Репоты там пьем, да. И пуляю. Поехали. Ну, кстати, Геру еще не дали. А, давай. Нам на 30% она нужна. Я же сказал. Не стойте в одной куче, пожалуйста. Сейчас справа вот этого закладчика убиваем. Звездочку. Скоро бомба. Закладчика убили, этого мы бомбы стреляем. Бомбы. Ищем место свободное. На себя звездочку поставил. Вот тут заебись. Дальше босс идем. Сейчас серый собирает весь трэш, потом в этот пак заливаем дружно все. Блять, еще гороту в ротацию приходится теперь добавлять. Его без кровоток. Можешь его чутка подводить, мы его кливать будем. Не, не надо. Пускай он соберет сначала. Ничего подводить не надо. Вы главное разбегайтесь и не стойте все под ебалом. Ну, в одной точке, чтобы дыхание вас не ебашило все. Забираю еще один пак трэш. Все, сейчас будем заливать по трэш. Подводи, Сера. По трэшу поехали. Еще один. Уже есть, похуй. Я на тебя сейчас на поле. Потрэш. Птенца одного забили. Иди спали, чуваву. Все в трэш сыграй. Прохил чуваву. Аккуратно, бомбочки. Ищем места, где их нет. Потрэш быстрее добиваем трэш. Чуваву диспел все стаки. С усада прохил. Сопротом 20к, охуеть. Докладчики скоро... Все, продиспелили на фул чуваву, чтоб не было стаков на него вообще. Докладчики. Бьем эту хуйню боссу. Сера, ты можешь там в свободное время кровоток кидать на босса? Какой-нибудь. Буду очень признателен. А то Горота дохуя... Т4 оно должно вроде тут. Горота дохуя энергии требует плюс. Что у меня... Т3
трэш слишком часто, как-то выходит на самом деле. А там уже несколько их призывателей просто. Аппаратно сейчас бомбочки. Так, ребят, на будущее, кстати, около стены старайтесь не стоять, даже если там бомб нету. Раньше закидывало в тексты, эту бомбу не видно было, никто около стены не стоял. Все, бьем, бьем трэш, давай, все. Поехали по трэшу. Есть ПС? Диспел, чувак. Бомба будет почти добили трэш. Он же только две кладки, да, справа слева. Все, больше трэша не будет. От бомб и бомб. От бомб подходим, а потом будем геру давать. Аккуратно от бомб подошли. Блять, зажало нахуй. И они, кстати, не шотают, когда мы с тобой стояли, 20 кал ебал. Я, блять, у меня 10 кхп осталось, но я лужный выпад успел набить. Геру, давайте. Просто еще, понимаешь, ДЦ тебя спасают. Не, я просто под сокротом. Я чуть не сдох, нахуй. Не, простой босс, на самом деле. Так. Пережить, главное, вторую кладку. Тут может больше вкладок бить, до 30%. Доходишь, потом... Ну, типа... Эти мобы не появляются после 30%. Бейте босса РДД, не стесняйтесь, хули вы, блядь, в каст бить. Ты милите бить не могу, потому что там... Все, можно 4 сундука на следующем, когда закрывать. Да, можно 4. Это да. Ну тут видишь, как повезло с трэшем, то есть там либо... А, сбросит, у него это мини-берса, даже... Где ноги, пидор? Пиздец, опять еще щиток на блок упал, ебать. Забирай. И шлем можете тоже сразу забирать. За лупа, а не лут, нахуй. Рольте сразу, нет. Говнолуд, пиздец. Чё мы сейчас так, сейчас аккуратно, не сагрите лишнюю хуйню. А, подожди, стоп. Это лестница сейчас? А, не, все сломано. Мне показалось. Это можно обойти, не надо. Мне показалось, что эта лестница здесь не сломана, она починена, типа. Но с нее, кстати, можно залезть, если мама двухместный ставит. Прям по стеночке тут надо. 25,6, малокрас. Вот так вот, тихо-тихо-тихо, прям. Сколько мы его убили? Малокрас просто. Там малокрас не похуй, сколько мы Дженелая по времени убили? Дженелай? 5-10. Чё, давай по одному мобу. 5-10, ну 50 секунд минус запасе. Вот так, заебись. Поехали, два моба пуляй, поехали. Стеночку только упрись, они откидывают. Да, и в стену упрись, да. Заберите с Рида, блядь. Я уже... Бейте вон звезду сначала. Бля, надеюсь, там будет бесенок, честно. Я люблю этого бесенка, мне мама так хорошо ресет. Блять, ну у мутиков ауе такое приятное, на самом деле, как вам, блядь? Слабо. Ты охуел, 10 лямов нахуярил. Ты, блядь, 6,4 нахуй. Ты что таки сай сосед нахуй. Смотри, они убивали мобов всех, они убивали. О, что там, верх клинков 1, верх клинков 2. Фонарик получил ачивку. Иди тут, блядь. Это всего лишь птица. Так, вот, о, там бесенок, огр. Одно яйцо. Ледяной туебок и болотник. Да, это нежить, гуманоид и бес. Ща, блять, он огр хуйня. Блять, в принципе, заебись огня полная. Демон, да. Короче, там вообще вот эти три бесполезных чела стоят, по сути. Да. Там единственное, что демона надо банить будет, и все. Бесполезно. Ну, демон, он не страшно. Если он меня будет висеть, мне будет наоборот кайф. У меня ману будет резать, но... Да не, нахуй, чтоб он шпылял. Он, у него каст там, блядь, увеличивается от каждого удара. Нет, нахуй, пизду. Лучше сосредоточиться. У него там тычка по 200, блядь, ты чё гонишь? Какие нахуй 200, блядь? По 200 и 3 тычки в секунду пойдет. Там, блядь, условно малокрас, потом еще что-то какую-то хуйню замутит, блядь, в итоге ты сдохнешь. Это нет, это понятно, я говорю, что если вдруг потом засалакают, типа ничего страшного.
А не то, что, блядь, я могу танковать его ебалом. Я просто помню, когда радовался ему всегда. Я сам на ней висит, и такой, хоп, мана пошла, нахуй, и обновляю CD щит пока. Бля, отсюда бы тринкет, нахуй. Ну, кстати, у совы появилось два без тринкета, ебать. Тупо, блядь, ТБЛ, нахуй, его ебать. А он тут получше, чем Талик, или такой же прям? То же самое. Просто ты бегаешь с Таликом и с этой хуйней, это два без тринкета, блядь. Так, короче, Мулинраш, запомни цель, бери вот этого демона, звездочку поставил на него и банишь его нахуй. Обновляешь ман все время. Но остальные, в принципе, бесполезные, нахуй. Ну, Настя, не знаю, можешь пофирять Карага, в принципе, нахуй, чтобы он не так, мешался. Кто помимо. Там, дракон есть, мне надо что-то... Что Турк делает, я не помню, вот этот писем. Орк, блядь, ну вот этот Огар, он, сука, немножко... Блядь, он не то, что бесполезный, он вихрь дает, но это миликом, в принципе, он лишний. Но его, блядь, не поконтролишь особо, только... А, ну сап, в принципе, ну, можно дать. Можно саб дать. Ну да. Саб, овца. Овца и саб, да? Угу. Нет, двоих правых можно на техно сразу. Короче, ребята, что Малакрас делает? Чем больше мы его бьем, тем больше по нам урона проходит от этой хуйни. Плюс каждую минуту, по-моему, он берет чью-то способность. То бишь, допустим, ДК. Это значит лужа смерти разложения. Дымажит очень дохуя, поэтому с этой лужи, блядь, сразу, моментально, быстро, нахуй, вылетаем, нахуй, потому что сломает ебучку быстро. У Лока, блядь, а шоу демона дает, берет она, нахуй. Этот огонь с неба, который падает, огненный дождь. Он у Локов одинаковый. Так это у всех у Локов одинаково, типа, меч? Да, да. А, ну окей, значит дождь. У мага там... Нова, может быть, я помню. Шип, может быть. Боимся фера и... Ну, короче, контроль. Огненного ливня и две лужи. Угу. Огненного ливня и две лужи. А, ну еще МК нахуй ебать. Это самое веселое, нахуй. Кикаем престов? Да. На, престов... Не престов, а шипы конкретно, блядь. Герус пула тут надо. Ага, твой босс был без Т4-то. Настя, короче, смотри... Короче, хулишит, зашаклишь этого Карага, блядь, вот тебе трусы, чтоб он не мешался, будешь обновлять по нему. Заебись, я метку не могу поставить. Мне мешает Мадон, Адон ЕПГП, чтоб метку поставить. Охуенно, блядь. Сирус, блядь. А шипешник в майнд-контроль берет. Шипешник. Настя, ты Огру дашь сап, репитнс, то бишь, и обновляешь его. Поняла? Огр. А этот болотная хуйня, похуй на него. В принципе, как и этот Караг тоже хуйня. Там... Хотя похуй на Карага, главное квадрат и звезду, контрольте нахуй. Болотный, да, Караг. Нам тут ему... Пиздит Малакрас, да, нужен, че? Правильно? Что? Пиздит повелителя проклятия Малакрас? Да, 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 конечно. А мобов мы не трогаем вообще. Ты, Мулинраш, твоя задача главная обновлять баны по ДЗ. Че насчет Сансипада? Что насчет Санцепана? Все, все готовы. А где я босса танчу? Вот тут дерьмич, вот котом прыгает. Где-то там, если лужу... Да, вот где-то чувак где стоит, там и будешь его танчить. Ну там, если лужу кидает, соответственно, выводишь. Мы тебя озвучим, блядь, там надо быстро выводить. 5. Ближе что, к лестнице, допустим. 2. 1. Поглотит вас. А мобов я тоже остальных не себя забираю, которого без контроля? Да, мобов остальных тоже на себя набираешь. Они бесполезные, так что не переживай. Чуть-чуть покучнее встаньте, пожалуйста, а то рассосались там. Я луж боюсь. Пока что нечего бояться, Вальмора, похуй. Да это не похуй, боюсь. Не, это ДЦ. Я понял, ДЦ. ДЦ это хуйня. Вот щитки просто кидают. Ну, там и подхиливает еще. Это похуй, короче, забейте, это бесполезно. Если он будет брать это или щит, а можно его быстро кикнуть и потом в паке принять? Холишита, ты имеешь в виду кикнуть в пати? Да, да. Типа вдруг не возьмет. Не знаю, не проверял. Чувак, фигня. Тоже понятно.
На себя корни вешай, вот это отражение урона чуть-чуть. Так, по соседу сейчас дам триксы. Следующую уже, наверное, дермич хватает. А, дермич, смотри, только если он у тебя возьмет способность, то ты лужу свою не разливай. Да, дермич. Лужу свою не разливай, а то, блядь, потом перепутаем и пиздец. Забежим в одну лужу с другой. Сосед, блядь, стань поближе, где ты там нахуй стоишь? Я тебе, блядь, триксы кинуть не могу нахуй на доске. Достал. Угу. Так. Нормально. Я не знаю даже, что рог делает. Вот, подойди ближе, на тебя не прыгается. Я боюсь задеть мобов. Да не бойся ты, блядь. Да, рок, по, рок, 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 по-моему, тоже безобидный, ну, насколько я помню. Да я повесил ты на танк. Вот сука. Это... Отвлечение. А, блайн дал по Насте. Геру будем сейчас давать через три? В смысле, она спала. Ну я дал боёк. Он мне дал отвлечение. Чё? Чё это было? Он в меня отвлечение дал. Так, я дай БР. Войд, Войд, не только не вставай. И нардай, Войд. Опять я. Блять, опять есть отвлечение. Кстати, рог, блять, на самом деле опасная хуйня. Я даже глыбу не успел нажать. Вот если бы я не подошел. Это... Он не одно отвлечение дает, он несколько, блядь. Охуеть. Он Насте дал, блядь. Танку дал. Пиздец, самый рофильный потан. Там ГКД еще было, пиздец. Геру. Блядь, Гера КД у нас один. Ну я сочин ее спула дал, я забыл. А кстати, Гера не в КД. Ну, блядь, у Рида в КД на зато. Рибафните, мага. Будет. Я по-моему дала 10 минут на 10% атаку. Фрост здесь пиздец, амбак, конечно. О, начинается веселье! Холи пшик нахуй, да? Блять, почему холич нахуй? Почти добили, сука. Ой, допросил. ШВД? Чё это такое? Это взрыв разума, нахуй. Это холипшик. Но МК пока нету, Сосад, слава не богу. Не отходи, пожалуйста. Мне страшно, блядь. Тотем трепет отрит. Обнови. А он пока дэв. Только что сбили просто. Все, блядь, повезло, ебать, МК нет. Пиздец, может, они убрали это МК? Они, походу, убрали, потому что слишком дисбаланс. Особенно в Т5, вспомни, чё, как там ебучка. Блять, ни тринкета, ни кинжал. Да. Хуета нахуй. И все на танка падает, пиздец. Дермич, ты будешь голову эту брать? Нет. Если танчить будешь, ссылка на XKD, да? Ну, блять, у меня, в принципе, танк нормальный, ну, как бы, там вот пару шмоток, но я эту голову не буду, я ее чисто на транс заберу под трансмог. Да, она сейчас наберет их, это танка шмоток потом пойдет, нахуй, ретро протопал один, нахуй, блядь. На БГ. Хотя я и в ретрике в Т10. С прошлого босса такая же, блядь, кожаная голова пала, теперь тканевая. Идентичные статы, но. Шо, давайте трэшик. А можно трэш и перекур, пожалуйста? Бо, я чувствую, этот босс будет долгим. Тогда я кису. Я тоже не стоит там сходить. Ну да, это сначала убьем трэш, поймем. Ну да, давайте трэш сначала убьем. В одной пачке или... Ах, агрив всё. Да, сразу агрив всё. Я мужчину включаю. На этом боссе большая просьба, блядь, вот от хила. Не рассасывается, блядь, влево-вправо РДД. То есть мы в одном компе, а Мелики в другом. Дармеич, ты тут в ДД будешь, Сера в соло будет танчить. И ветерки вот. На пулы я все в Серёгу буду давать. Настало время Дермича. Да. Ну первый там просто Мишка будет, по-моему, чат поставить, ЧК там забыл. Только серый кровотоки, пожалуйста. Бля, пожалуйста, отдайте Дермича в первый рейд танчить, а? Нам на этом, на джинлая просто не было, я заебался туда кидать. Не знаю, почему они не вешают. Это безжалостная подшишка, мне не нравится? Нет.
Мне нравится дерьмить больше. Попробую напялить еще. Я в туалет. Курим, да? Так. Если можно, самонете потом. Вообще, я слетаю там. Пару три не возьму еще. Пошли. Давай, так, покурите 4 минуты, блядь, не больше, много не отходите. Потом объясню, что делать. Сразу. Сразу этот. Так, там на самом деле, мне кажется, фартануло то, что он ШВДшку бахнул. Ой. Вместо МК. Ну да. А сколько он там в МК берет, блядь, дохуя людей, да? Больше половины или вообще всех. Ну, это вообще пиздец. Ну, трепет и... снимается этот М. Ну, 5 человек, если дальше мало. Давай. Блин, Руш тут? 5, 4, 3, 2, 1. Все тут? Че нафиг? Блин, Руш. Какие рейды завтра? Завтра ИВК. Слышишь, Кирилл, там блокер же есть какой-то, да?
то ли вырубай рыб, то ли кто, блядь. Я это, друидом бы хотел сходить, его ВК давно не было. Чего? Еще раз не понял. Я говорю, блокер есть у ВК же какой-то там был? Блядь. Ну, если вырубай рэп будет, то я, да, если нет, то нет. Ну-ка напомните-ка это самое, значит, все фазы легкие, там вот это вот в конце, третья, что ли, где четыре вихря, мы в какой-то угол встаем, да, или как там, блядь, как да, да, делается? Мы в угол встаем, и кот собирается. Там, по-моему, не надо кастовать, кстати, АФК и пита собрать. Там можно, ну, бить, да, аккуратно. Там фишка, чтобы за одним челиком... Так, ребят, давай, ладно, давайте, блядь, сейчас спасибо, Мулинраж, блядь, ну, ты не знаешь, что делать, блядь, и больше всех АФК же, блядь. Ты, короче, чисто в коте от нир бегаешь, а мы чилим, блин, блять, урона этого. Я в танке буду, да, просто. Кто я... будет собирать, посмотрим, как я. Я танчил эту парашу медведем, блять. Крутоваром, бекашником, блять. А бекашник чисто власть включаешь, зеленую бежишь, блять. Кстати, он же если кидает этот взрыв разума. Он нормально? Ебашу. Там все время МК кидалось, но... Не, не все время, у нас бывали такие тоже, что не кидало. А мы когда на X3 ходили, мы... Мулинзра. Мне голову с первого раза выбили, а потом меня меняли на мага, и я магом заходил, бил. Мулинзра. Это пиздец, ну попросил уже 4 минуты, нахуй. Ну в чем, ебать, проблема, нахуй? И человек еще, блядь, ладно, пусть кто-то, блядь, АФКшил, нахуй, кто знает, кто тут был, нахуй. Так АФКшил тот человек, который здесь ни разу не был, блядь. Пиздец просто, нахуй. Сука. Еще больше, это единственный лок. Да хуй с тем локом, блядь, что он единственный. Так, Сереги-то здесь нету. Хочется потом посмотреть. Этот рекорды быстро мы убивали или нет? Кого убивали? Ну, это чекнул по статистике, насколько мы убивали. Да нормально ДПС. О, нет. Да там сайт тупо показывает, можно забить. Там, блядь, люди закрыли уже 5 из 5, и, блядь, их даже... А, сейчас подождем, пока там Мулинраж, блядь, 10 минут или сколько он там пофкашит, нахуй, если не больше, блядь. Ну, 4 минуты мало, но уже прошло срёт, 6, блядь. Нахуй. Может, он срёт там, блядь. Блядь, я ебал, нахуй, я больше перекуров давать вообще никогда не буду. Вот такую хуйню, блядь, это просто пиздец, нахуй. Устраивать нахуй. Я в следующий раз просто возьму нахуй Ваничелло, блядь. Ваничелло может работать. А там показали 5 из 5, я понял. Мулинраж, пожалуйста. Убийство. Ты когда отходишь, блядь, ну не отходи, пожалуйста, блядь, когда все тебя ждут, блядь. Вы же сказали курить ел. Ну так, блядь, ну не 7 же минут, нахуй. Вот, поставь шкаф, пожалуйста. Огурцы, потом там все. Короче, первая фаза босса. Копье кидает. Ну, серый знает, куда ставить, в центр. Блять, от вихря отходить или нет? Может, лжина? А я лжину опыт нажимаю, похуй. Дремище от вихря лучше отходи, я не знаю, как он там бьет. Бьет, не бьет, там он вихря будет кастовать, лучше отходи. Настя, то же самое. Короче, в кого кидается копье в Эльмора? Сразу шилд в него, блять. Потому что может шотнуть. И прохил. Это копье как заражение работает. На фул хп на фотне. Вот. Это вся первая фаза его. Вторая фаза — форма медведя. Подходим просто, становимся в него в один фрейм, как на ребре. Начинаем бить. Он кидает там такой паралич. Этот паралич нужно маздисполом снять. То бишь Вальмора маздиспол ебашишь нахуй, чтобы этот паралич снялся и никого не застанило, мы били. Очень просто. Босс АФК. Дальше. Третья фаза с ветерками.
блядь, куда побежим? Короче, я за... Короче, я за ноншу и побежим все вот сюда, вот в печеньку. Все, кроме серого. И будем там стоять. Никто не бьет, ждем нахуй. Никто ничего не нажимает, ждем, пока этот серый соберет ветерки. Потом РДД начинает потихоньку бить. После каждого вашего коста будет бить молнией. Ну, типа, как, ну, торнадо там эти ветерки, так же и молния будет вам хуярить. Поэтому смотрите за своим, со своим ХП. Не надо там максимально вливаться ДПС, чтобы вы сдохли. Ёбнули один раз, допустим, посмотрели, сколько у вас ХП осталось. Ага, значит, там нормально, значит, дальше кастите. Если мало ХП, стоите, ждете, пока вас прохилят. От каждого коста, повторяю, будет молния. То же самое по хилам. Когда они хилят, по ним хуярит молния. Поэтому смотрите за своим ХП. Это третья фаза. Серый знает, что делать. Все побежим печеньку, когда там анонс. Так, дальше. Четвертая фаза. Рысь. Сбегаемся обратно все во фрейм. И максимально быстро ее убиваем. Дремич по команде дашь бомжей. Ну, в принципе, этого хватит. Бомжей плюс... Потом, да, нормально будет. И пятая фаза. Пятая фаза у него такая. Он превращается в птицу и кидает огненные столбы. И плюс дыханием дышит. Дыхание настакивает стаки. Чем больше новостаков, тем больше урона от огня. Оно сканируется. Вот. Короче, этот столб, он, короче, вот у вас должно включено быть в интерфейсе таргет-таргет, чтобы увидели, кого он типа кастует. Кого он выбирает в таргет на пятой фазе, в того будет этот столб. Вы с этого столба должны максимально быстро выйти, не докастовывать ничего, не, блядь, курить, не еще что-то там, а сразу выпрыгнуть с этого столба. Рядом с друг другом РДД старайтесь не стоять, потому что шотнет двоих этим столбом. Если первые где-то 2-3 столба, там у вас есть шанс получить один урон от этого столба. Дальше там уже просто, блядь, надо, начиная с четвертого, прям сразу с него выходить, чтобы даже урон не ловился. Урон там сразу получается после 1 секунды его появления. То бишь 1 секунда прослака, сразу умираете, где-то начиная с четвертого столба. Ну и босс, соответственно, под герой заливается максимально быстро. Это вся пятая фаза. Ну, весь босс, короче. На третьей фазе, когда ветерки, если я соберу, получится нормально, тогда можно там... По возможности всем вообще в крест сместиться, да и все. Угу. Это нам. Рыбу хавать. Это и на первой фазе, после... пожалуйста, типа РДД вместе стоят, а милики там стоят. Чтоб легче было. Не, мы все убегаем. Милики тоже, милики вообще не бьют. Нет, пока имеется в виду, чтобы так не было, что типа РДД один слева, блять, другой вот туда вправо ушел на первую фазу. Не, все побегут на лестницу. Ты че на полуба? Настя? Я вообще про первую говорю, ну ладно. А, ты про первую? Про первую просто рассоситесь нахуй. Да похуй. Зачем? Первый можете в одном фрейме, кстати, да, кстати, стоять. В одном фрейме, только подальше от босса РДД, чтобы вас вихрь не хуярил. Милики там, соответственно, уже под босс. А, нормальное уклонение. Пойдет. Мулин, давай уйдешь из мили. А, Мулин, Раш, тебе на первой фазе в мили-зону вообще нельзя подходить. Там, блядь, вихрь может ебучку сломать. Нужно выпад нажимать. А, ну он хуйню бьет. Типа, 10 тысяч. Почти ну, он мне на весь столб въебало только что. Ну, потому что близко стоял. Я под ложным выпадом, я же ложный выпад нажимаю, мне 10 тысяч всего лишь снимаю. Мне даже шилд не пробивает. Ну, шилд только пробивает. Же на ветерках на третьей фазе петов убирали. Это они, по-моему, нихуя не делают, насколько я помню. Бля, на спортиве каждые 20%, да? Да, каждые 20%. Сейчас будет форма медведя. Скоро.
Кстати, стопайте урон на перефазах, может ауру сбрасывает. Я уже заметил. Да, все под босса все стали. Все под босса стали в один фрейм. На перефазах, да, сбрасывает урон, поэтому сразу не вливайтесь, как только фаза начинается. Через 8 секунд надо будет мозг здесь тоже. Я скажу как. Ну, ману можете регенить там босса и так далее. Маздис, по-моему. Несколько сразу дай. Угу, все, красава. Ну, там иногда по кому-то одному промахнется, лучше 3 давать, наверное. Маздис, по-моему. Угу. Маздис, по-моему? Угу. Еще одну будем ждать. Ой, немножко стопнем ДПС. Я скажу, когда стопнут. Надо хуйню словить, а потом... Все, стопнули ДПС, никто не бьет вас. Стопнули. Надо подождать эту паралич этот ебаный. Чтобы здесь палить. Маздис, по-моему? Все, передвигаемся сейчас в сторону печеньки. Готовимся, готовимся, готовимся. Печеньку уже побежали, РДД? Уже побежали быстрее. Печеньку, печеньку, все. Блять, фитры. Прижимаемся к стене там, чтобы они от нас как-то отъебались. Фитры. Прохил. Пока никто ничего не делает, никто не бьет. Прохиливаем просто. Прохил, прохил. Блять. Хуета нахуй. Фитры зажимают. Ну так вы зажались, блять, в углу, вас не прохилишь туда. В куче нельзя быть, потому что тебя не убьют у меня. Ладно, ладно, нормально, уже прохили. Собрались, да? Войт Фьюри, да, и БР по мне. Серый потом бежит, потом... Серый потом по Малинрашу нас. Дайте, дайте ребаф. Дайте ребаф. Ждите сейчас пока что. Ждите. Не, Настя, витры идут. Куда ты, блядь, идешь, нахуй? Витры пройдут, потом все под босса станут крест. Все, в крест все быстрее. В крест стали, прямо в босса. Никто не двигается. Он нужен, да? Да, конечно. Что-то молния раньше ебучку почти сыграл. Похуй на агро. Тут похуй на агро. На этой фазе похуй. А, нужно, чтобы босса стаунтил кто-то, я быстро Берну заберу. На фазе. Дермич, под айсбаунд там заберешь босса, чувава БР даст. Сейчас? Как только у него... Нет, когда 40% у босса будет, когда перефаза будет. Нажмешь айсбаунд, фрустойку и заберешь босса. Понял? Да. Не, ветерки пошли за нами, просто мы поздно отбежали. Надо было заранее отбегать, чтобы РДД переводили уже с печеньки. Тогда бы ветры пошли, все нормально. Ну ладно, в следующий раз будет лучше. Шпилики сразу пошли. За берсы? Отлично. Да, время хватает, еще кера там будет. Там и все ровно показывается. Да ровно, нормально тоже показывает. Да я ману ресного мора, не переживай, на фазе я это там поставлю. Вальмура тебе дать ему? Ему да, надо. Сейчас фаза будет. Готовься, Дермич, нажимать простойку и забирать босс. Готовься, я скажу когда. Нажимай фростойку и готов сейчас забирать босса. Я избаунд сразу нажми. Забирай босса. Один фрейм?
Малинраша прохил. В один фрейм все стали. А, отпускаю, да. Да. ТПС кидает? Первых сейчас прохиливаем. Просто. Эту хуйню сейчас просто прохиливаем. Первый наскок. Просил, просил, это просто хуйня. Следующий скачок мы не должны догонять. Давай, бомжей, бомжей, давай. Дамажим, больше ДПС. Повтори ты, как ты идем под версу. Вон стоп кидает. Кавтарки берет. Да. Да и такая же механика, как, блять, на кошатнице, нахуй. Так же, типа, так же эта хуйня прыгает. Рандомно. Как кошки на. Это, на кошатнице, в ульде. Сейчас на. Гульмара, как отбежишь, сразу же гим, давай. Я уже на пол, блять, я зря на. Этот я там поставлю. Аккуратно сыграл. Раньше набирайте РДД, не стойте в одной этой куче. Геру давайте фулл ДПС по боссу. Сейчас будет скоро 100. После второго вихря. Так, сейчас стол 5 секунд будет. Готовимся сразу выпрыгивать нахуй с него. Особенно если в миле. Так, стол. Холишит, холишит. Угу, дальше нанимаем. Сейчас еще один стол будет. Холишит. Отлично. Столб. Через 4 секунды. Новый. Столб. Ну, что он накидает? Наебал. Ну, он забагался, походу. Столб накидает. Ой, твири, ой, твири. Отлично. А что мне показало на мне столб? Хех. Не знаю. Сейчас еще один стол будет. 2 секунды. Столб. Блять, что за хуйня нахуй? Странно, короче. Что-то с. То ли он с переломанный, то ли что, хрипали. Да, прожмитесь кто-то. Дами еще. В меня кинул. Бабл. Меня шотнул. Дайте полно. Нормальные шмотки, пожалуйста, блядь. Выжили сильнейшие. Хуета. Кровь это говно. А, там же не апнутые шмотки. Это дефолтный квестик просто. Дробяшка нужна кому-то? Саня невезучий сервак по мойке. Ничего не падает. Ни пушки, ни тринки. Блин. Сколько же целка, блин. Рулим или отказываемся, как? Да рульте нахуй, кто хочет, но нихуя не даем. А пушка кому на мою нужна? Риду, наверное, нужна, нет? Да нахуя она мне? На расплыл. На энха. Я возьму, погоняю. Смешно. Уроды, сука, ненавижу вас. Я ее поролила в это, но мне сильно надо. Ты нахапала? Забираем. Ну я в ПВП пока взяла. Это будет получше, чем моя 258. Ну это дробяшка. Забираю по. А, ну, в принципе, посмотрели. Никто грудак себе не взял, серьезно? А зачем? Кому он нужен? Ну распылю нахуй. Ща, ну кажется, я тоже хотел забрать, продать его. А он бое, что ли? Не, персонально. Нет, вендор. Нет, тут бое, тут боешек нет. Сосед, давай порт. Не знаю, что такое портал. Все это ласт был, да? Да, все. Это весь он. Просто видишь, мы в целом доспехи уже одеты нормально, поэтому нам типа так легко. Ну, мне вы еще, видишь, знаете тактики, если кто-то что-то не знает, мне аж тяжело будет. Кару хэм погибель был.